Послематчевая студия, 19-й район, СИАП, ничья 1-1, Алексей Рапопорт, но краткое резюме по этому поединку. Ну, играли, в принципе, на самом деле достаточно неплохо, если учесть предыдущие игры. Вот. Ну, мне показалось, наверное, все-таки нам чуть-чуть не хватает, наверное, все-таки все равно грамотности, целостности. Но в целом результатом довольны, поэтому... Ну вот перед этим интервью успел я услышать пару фраз и реплик о том, что, наверное, ничья, с вашей точки зрения, это закономерный результат. Ну, исходя из моментов, да, потому что и как игра складывалась, если мне показалось, что там, условно, первый тайм, наверное, все-таки где-то равный был, второй, конечно, там удаление, соперник, в принципе, мог и 2-0 сделать, там, вот, но мы забили, как бы 1-1, наверное, скорее всего, это закономерно, да. Максим Скрябин, ну, я думаю, ты не согласен с тем, что ничья закономерный результат. Наверное, 19-й район был ближе к победе. Спасибо сопернику за игру. Да, я вообще не согласен. Я расстроен, зол, потому что вторую игру подряд мы можем набирать спокойно очки и железно. Я не знаю, сколько там, 20 ударов было, 30. Мы не забиваем там просто элементарные вещи. Мы не пользуемся, когда соперник в меньшинстве. Зато мы забиваем свои ворота. Что вчера на городе мы в свои забили, что здесь мы забиваем. Там у соперника-то ударов, ну вот была там, наверное, трехминутка, вот когда они там нас сжали во втором тайме. А так как бы мы давили, и мы должны были забивать. Забивать можно было многое. Что-то вратарь подтаскивал, что-то мы сами не реализовывали. Я не знаю, сколько Роме Пантрягину нужно моментов, чтобы он забил, даже в упор. Ну, стоит отметить, что сегодня 19-й район собрано начал поединок, не было пропущенного мяча в дебюте, но при этом, опять же, очень много эмоций на поле между футболистами и между тренерским штабом и футболистами. Может быть, чуть их приглушить, и игра пойдет? Да тут приглуши, не приглуши, просто есть элементарные моменты. Вот я даже пересматривал, там на Андрея Рангаче 100% пенальти, вот мы сейчас пересмотрели, куда смотрит судья, но мне непонятно, почему этот судья судит вторую игру, у меня вторую игру к нему вопросы. Потому что там многие моменты, которые, ну реально, во-первых, в дополнительное время, когда остается 30 секунд, я, конечно, не знаю, там может какой-то регламент, но на нашем же мяче, на нашей же атаке давать замены, то есть, ну, мне это непонятно. Понятно, что СИАП в конце, они за 3 минуты провели там, наверное, 10 замен. Понятно, что они сбивали время, я это видел. И как бы, поэтому мне это не нравится. Эмоции, они и так будут всегда. То есть, нас завели в первом тайме товарищи, коллеги на бровке, которые, то есть, когда люди должны общаться между собой, я всегда говорю, общайтесь со своей командой. Нас заводят, начинают что-то впихивать нам, там, естественно, уже завелись, а кто будет молчать? Хорошо, это не закончилось чем-то другим. Поэтому тут как вот оно есть. СИАП набирает первые очки в этом сезоне, но по-прежнему команда очень мало забивает. Да? Всего лишь 3 забитых мяча за 3 игры. Что делать в атаке? Ну, ищем качественных футболистов, стараемся, блядь, работаем. Ну, я думаю, надеюсь, что у нас все пойдет. И действительно, действительно мы к этому стремимся. Как бы у нас есть одна тренировка, мы стараемся, как бы, ну... Время покажет, но в целом, опять же, сегодня намного лучше, и моментов достаточно было. Ну, момента 3-4 было у нас хороших, которые мы могли, в принципе, забить, как я это видел. Вот. Ну и по последнему вопросу, показалось, что сегодня прям очень много было стандартов и у одних, и у других ворот. Где игра низом, где игра в пас? Одни стандарты, одна борьба. Ну, у нас другие люди, к сожалению, отвечают за эти вопросы. Когда я отвечал, мы забивали. И вот. Поэтому у нас, к сожалению, есть 2 человека, которые отвечают сейчас за это. И я не знаю, как бы. Вот. Много борьбы, много стандартов. Где голы? Такие высоченные футболисты есть в команде. Ну, у нас как-то вообще вот с этими стандартами не клеится. То есть какие-то мы даже разыгровки муторные делаем. При том, что я говорю, ребята, ну бейте. Там в первом тайме вратарь, ну, он не берет мяч, он перед собой отбивает. Ну, нагружайте там до ворот, ну, 15-20 метров, ворота огромные. С стандартами надо работать, а с угловым что-то мы в последнее время не забиваем. То есть там был вот у Яна момент, когда Андрей Рангач скидывал. Да. То есть, ну, как-то со стандартами не заложилось. А так, по поводу там борьбы, борьба не борьбой, но мы в пасты играли. На самом деле, ну, мы стали закидывать в втором тайме, потому что у них там, если я не ошибаюсь, 9-й номер, он проваливался, он не справлялся вообще с Андреем. Стали играть закидушки. Они... Ну, там, да, номинальный центральный защитник был удален, который был единственный. Да. Да, и поэтому точно, ну, мы выходили-то через низ, также до центра мы доходили с мячом. Но как-то вот так получилось. Будем настраиваться на следующий тур. Все, спасибо огромное.